Вопрос Москва-8. Что, какова основная причина, которая портит любовь товарища? Что портит? Любовь товарища. Любовь к товарищам. Я бы сказал, пренебрежение. Это основная причина, что я не отношусь внимательно к тому, что делают товарищи, о чем они говорят. И так я просто не вижу и не слышу то, что находится между ними. Есть другая ситуация, когда я не вижу и не слышу, но я все-таки поднимаю их выше своего знания, и они, что в том, что они действительно находятся в отдаче и в объединении.